наши домашние съемки продолжаются. Да. Я не знаю, когда мы выберемся на студию и отснимем всю эту красоту. Да. Так, вот еще одно платье. Да. Три платья. Очень красивое тоже. Да. Вот с такого вот воздушного нежного материала. Со цветами и листиками. Цветочками и листиками. Встань. Только цветы. У листиков не бывает серого и белого. Вот так вот она сидит. Еще она такая прозрачная. Да, встань спинкой. У меня цветы. И спина белые. Вообще безумная красивая. На любую вечеринку, на любой праздник. Ну, только на дневную. Да, мама? Не покажешь чуть-чуть? А еще у нас вышли вот такие вот комбинезоны. Да, летние. Летние комбинезоны из тоненького-тоненького хлопка. Юбкой. Вся фишка в том, что он выглядит как платьишко короткое. А на самом деле это шорты. А на самом деле там шортики. Шортики. Тут вот такая вот красотища. Да. Два рукава. Спинкой. На спинке тоже вот такая вот красота. Вот такая вот красота. А по пройдись в нем чуть-чуть. И обратно. И обратно. Впереди коротко, а сзади длинная. Да. И вот такие вот маленькие, красивые, нежные ромашечки тут. Ромашки голубые. Еще боком встань. Боком очень красиво. Другим. Вот так, да. Ружево вязаное. В цветочках. Очень тоненькая. Цветочки. И вот такой вот хлопковый розовый подклад. Клад. Розовый. Вот. А если положить, то платье само розово. Получается нежный розовый оттенок. Да. Вот с такой вот красотой на плечиках. Здесь прозрачные, цветочки белые. Ой, мои штаны. Подклад делают немножко розовенькие. Розовые. Так, спинкой. А на спинке вот такая вот красота. Вот я еще завязала, некрасиво. Вот а такие так это красота. Вот здесь ёмочки, шортики, юбки. Вот. Это юбка, шорты. Да. Встань. Спинкой. Вот такая вот красотища. Это мамины. Это мамины. Пиджак еще один. Я здесь на работе. Что? Сейчас, подожди, волосики беру. Подожди, волосики давай. Беру. Вот такой вот костюмчик. Сфотографировать его сложно, но на видео все видно. С такими милыми пуговками. С бантиками. С бантичками. С подкладиком. Серебряный. Встань еще, покажи. И покрутись.